Добрый день. 92-я серия в плейлисте «Мой комментарий» называется «Пузыри». Коротенькая такая реплика. Цитата из Екатерины Шульман. «Несмотря на разнообразие и богатство социальных сетей, их обитатели, то есть мы с вами, обитают, то есть обитаем в информационных пузырях». Вот мой ответ. Для ученых-гуманитария пребывание в информационных пузырях является гораздо большей проблемой, чем для обитателей социальных сетей. И не ли тут замещение по Фрейду? Вот пример приведу. Готовлю сейчас обзор из 10 серий под общим названием «Моя система». Вторая серия будет завтра, называется «Нарративы и дискурсы». Но пока я готовлю этот материал, мне YouTube подбрасывает всякие интересные похожие лекции. И вот подбросил он мне лекцию 2013 года Владимир Плунгинян, доктор филологических наук из Русского института русского языка имени Виноградова, читает небольшую лекцию, называется «Дискурсивные слова». Вот по созвучию «Дискурс» и «Дискурсивные слова». Хорошая лекция, но есть одно «но». У меня уже была ссылка на курс Анны Коростелевой «Основы русской коммуникативной семантики». И если вы послушаете то и другое, вы поймете, что они друг о друге не имеют ни малейшего представления, хотя обсуждают один и тот же феномен. Я сначала думал, что дело в годах, в 13 году и в 19, можно не знать, что будет сказано в 19, но Коростелева защитилась в 2008 году, опирается она на труды Безяева и Брызгуновой. Безяева это 2005 год, а Брызгунова 1980 год. Итого, два филолога описывают один и тот же круг феноменов в совершенно разных терминах и, по-видимому, ничего друг о друге не знают. И кто тут сидит в пузырях? Ну, вот и все на сегодня. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь, подпишитесь, жмите на колокольчик. Продолжение следует. До новых встреч.